Сегодня открылась 15-я сессия постоянного комитета ВСНП 12-го созыва. В течение 8 дней депутаты обсудят проект закона о нацбезопасности, поправки в Уголовный кодекс. На повестке также рассмотрение проектов резолюции к законопроекту о безопасности киберпространства и решение о введении института присяги на верность в Конституции. Кроме этого, законодатели рассмотрят предложения, касающиеся реформы судебных процессов в общественных интересах, создания новых банков развития, развитие и другие документы. Один из важнейших вопросов – поправки в закон о борьбе с загрязнением атмосферного воздуха. Они касаются вопросов судоходства. Согласно законопроекту, чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу, суда в качестве топлива должны использовать стандартный бензин. Согласно проекту поправок к закону о борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, суда типа «Река-море» в качестве топлива должны использовать стандартный бензин, чтобы сократить вредные выбросы. Океанские суда во время остановок в портах Китая также будут обязаны использовать топливо, соответствующее госстандартам охраны окружающей среды. Суда у причалов будут использовать наземные энергомощности, которые должны обеспечить порты. Порты, как новые, так и существующие, должны быть оборудованы береговыми энергообъектами.